Когда в доме протекает кран или ломаются трубы, не обходится без помощи санитарного техника. На помощь нефтекамцам приходит Александр Набиуллин, специалист ремжилстроя со стажем работы более 10 лет. Если мужчина берется за дело, то выполняет его качественно. Эти слова подтверждает победу на конкурсе «Лучший по профессии». Очень понравилась работа мне эта, и как бы до сих пор работаю с молодости лет в этой системе. Достойны были соперники. Работа была то, что надо было полностью батарея разобранная, надо было ее собрать. Аккуратно, правильно собрать, если просто вверх-вниз у батареи, чтобы совпадал, как положено. Мастерством и знанием тонкости профессии отличается и Рамиль Балагуддинов, сотрудник водоканала Нефтекамска. Электрогазосварщиком мужчина начал работать в 1988 году. Надежные и качественные швы труб Камского водозабора – дело рук Рамиля Балагуддинова. Свое мастерство он продемонстрировал на конкурсе «Лучший по профессии» и вошел в тройку победителей. На республиканском уровне я впервые участвовал в этом конкурсе. Ну, естественно, да, доволен. Второй, ну, естественно, самые обидные места – это второе и четвертое, но, в принципе, были все сварщики достойные, 16 сварщиков. Из 16 сварщиков я, как бы, второе место занял, я доволен. Конкурс «Лучший по профессии» проходил в селе Прогресс Янаульского района. Среди сотни лучших работников жилищно-коммунального хозяйства республики нефтекамцы добились заслуженных побед. Объединяет специалистов одно – полная отдача профессии. Анастасия Кай, Никита Габанов, информационная программа «Ежедневник».